Вот это магазин. Куриные ляжки, да я уже сразу буду говорить, куриные ляжки, 1 евро килограмм, ну не ляжки, а в смысле голени, да, называется, значит, это кальмары, жареные, фри, да, 2 евро килограмм, это оферта, получается, лазанья, евро 10, лазанья, евро 10, 4 песто, а квесто, значит, кальмар, 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 мелкий кальмар, получается, евро 90 килограмм. Ну а так, они просто кое-что, мы еще покажем. Масляная рыба 2,5 и окунь 3,9. Сейчас мы зайдем в этот магазин. Мы находимся в магазине 5 океанов, да? Так. Вот это получается так. Пицца большая, она стоит 3,25. Да. Пицца большая 3,25 и вес там... А вот написано 475 грамм. Вот эта пицца мини получается, она стоит евро 95. А нет, евро 98. Так, пицца Маргарита евро 65. Ну, в общем, вот у нас акция получается. Оферта. Лазанья. Лазанья евро 10. Евро 10. Написано, значит, а где она? Это получается канеланес де карна. 4 квеса, 4 кусочка. Так, лазанья, лазанья. Ну вот она. Лазанья 4 кусочка. Угу. Сколько она весит? Я посмотрю. Вес 280 грамм. 280 грамм. Только я не пойму, получается 4 квеса, это что значит? Одна штука, я так понимаю, это 4 квеса, это 4 кусочка. Я хочу 4 кусочка за эти деньги. Ага. Че, мечтаем? Может быть, вот 4 кусочка. Мачеса. Должно быть написано 4 квеса. Ладно, пойдем дальше, потому что это... У нас дома уже лазанья готова, уже ждет нас. Так, опять же, полуфабрикаты. И куриные, и кальмары. Это не кальмары, это печенье, сухие, да, кофе. Нет, ладно, это ерунда. Вот получается оферта. Это я понял, куриные наггетсы. А так и есть. Вот наггетс, они, 1 килограмм. 2,95 стоит целый килограмм. Целый наггетса. Килограмм. Какого хрена? Так. Гуакамоле. Ты знаешь, что это такое, да? Я нет. Что такое гуакамоле? Албандигаса. Короче, хреново. На английский хотя бы продублировали. Ничего, а это типа какие-то чебуреки наши. Чебуреки. Чебуреки. Это качапа, наверное. Бананы. Вот жареные бананы. Бананы. Это бананы, да? Ну жареные, да. Бананы. Они стоят, получается, 2,50. Картошка. А это тем, кто не верит, у нас есть комментаторы в роликах, говорят, где вы, мол, такие низкие цены ищете, что я не верю, я, мол, был, что касается Греции, там был парень, написал, что вы врете, мол, таких цен нет, а вы обманываете нас. Ну вот, например, вот цена мяса, оферта 2,49 за килограмм. Вот такие бифы, ну там, наверное, есть косточка, но тем не менее. 2,49. Это вот эта мелкая рыбешка. Кстати, вот ангустина по 8,95. Да. Это ангустина? Вот, написано, да. Ангустина какида, 40 на 60, 8,95. Нет. Или это там? Это вот эти. А те, наверное, 51. Да. Лангуста 29, 3,25 это
Meruza Entera. Смотрим. Где у нас тут написано? Vivetas. Ты найдешь. Где? Вот еще получается 8,45 стоит креветки. Ну, я так понял, что если подешевле, знал бы я испанский, было бы проще. Так это даже наши раки. Наши раки? Да. Раки? Обалдеть. Стоит недорого, наверное, 3,38 или 2,95.